Венцы на головах, каких их только нет. Из полевых цветов сплетается девчушкой, на бращущихся батюшкой одеты, и все-таки не эти наилучшие. Терновник растопольца со шипами, не прикоснуться даже в рукавицах. Он популярен стал, и в этом вечно тайна. Услышав это, иудей скривится. Колючий куст — греховная природа. В огне та купина горит и не сгорает. Мне нелегко сознать, что греху я продан. С Адамом весь изгнан был из рая. Знакомый мой берет с двумя детьми неповоротливую сахарную даму. Спал, не пободрствовал, шипам теперь казнить. В молитве продремал и оказался в яме. Он окружен почти со всех сторон непослушанием пасынков остылых. В телесном и в духовном его поджег урон. Не только с фронта, но не прикрытый с тыла. Венчается с отчаянием впритык, с последствием от сладкой брачной ночи. Пусть Слово Божие впавших укрепит и соберет разорванное в клочья. Им эту скорбь хлебать и пить в прикуску, с молитвой и уютом всемиром. Во всем вы положитесь на Иисуса, а иначе мы под венцом умрем. Венцы обещаны победу одержавшим, а они их снимут, сердцем осознав. К ногам Христа положат, Он устроитель жатвы, но какова с талантами казна? Венчает дело достижения цели, конечный результат на удивление. Молись, сверяясь с Библией, да сохранишься целым. В домашней церкви главное – колени. 3 августа 2004 года.